Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. Ну а также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном из семейства собачьих немецкая овчарка. Одной из самых популярных пород собак является порода немецкая овчарка. Стандарт данной породы был выведен двумя немецкими учеными – Штефаницем и Майером в 1899 году. Внешне это массивные собаки с густой шерстью. Рост взрослого самца достигает 68 см, а самки примерно от 55 до 60 см. Весит собака такой породы в пределах от 30 до 40 кг. Но под слоем крепких мышц, массивной челюстью и острыми зубами скрывается сердце преданного и верного пса. Немецкая овчарка изначально была выведена для того, чтобы сопровождать пастуха при выгуле стада. Но сейчас хозяйственное значение этой породы широко в использовании. Собака породы немецкая овчарка встречается на таможнях и в полиции, где она работает сыщиком или охранником. Полицейские используют собак этой породы при поиске наркотиков и контрабанды. В новостях часто демонстрируются видео с немецкими овчарками, которые легко вычисляют людей, преступивших закон. Дрессировка немецкой овчарки возможна и рекомендуема. К дрессировке животные относятся спокойно. Немецкие овчарки обладают спокойным нравом и уравновешенностью. Кроме того, такая собака способна менять хозяев и легко привыкать к новым. К посторонним людям животное может поначалу относиться недоверчиво. Однако многие хозяева жалуются, что их собака легко заводит новые знакомства и способна уйти за тем, кто бросил ей палочку. Удивительно, но такая массивная, с первого взгляда грозная собака, как немецкая овчарка, легко лазит с детьми, даже чрезвычайно берегает их. Эти собаки буквально созданы для игр, поэтому детям с ней скучать не придется. Фото немецкой овчарки можно найти на форумах любителей немецких овчарок. Голова овчарки должна иметь форму клина с одинаковыми зонами черепа и лицевой части. Челюсти собаки мощные, с очень крепкими зубами и правильным привкусом. Искривление привкуса будет являться дефектом. Нос имеет классическую форму и черный окрас. Глаза темного окраса с умным взглядом, светлый цвет глаз у овчарки является недостатком. Уши собаки имеют треугольную форму, а размеры довольно крупные с упругим ушным хрящом. У немецких овчарок большая грудная клетка, крепкая широкая спина, без прогиба, переходящая в круг. Хвост слегка опущен, имеет плавный изгиб. Лапы сильные, ровные, с крепкими загнутыми когтями, задние конечности длиннее передних, шерсть овчарки двухслойная, основная жесткая и блестящая, плотно прилегающая к телу короткий подшерсток. Гладкошерстная плотная шерсть средней толщины, полотно прилегающее к корпусу. Длинношерстная шерсть более пышная, но не стоящая вертикально, длина шерсти в 2-4 раза больше, чем у гладкошерстной овчарки. Классический окрас для немецкой овчарки – это чепрак. Для него характерна черная рубашка на фоне рыжей шерсти, маска на морде. Черный или темно-серый окрас имеет насыщенный темный цвет, такую же имеет рубашку и маску. Белый окрас встречается очень редко, чаще всего в виде пятен, но такой окрас является браком породы. Щенки немецкой овчарки и их фото всегда есть на сайтах питомников. Купить немецкую овчарку можно по цене от 10 до 30 тысяч рублей. Продажа немецких овчарок осуществляется не только в питомниках. Ориентируясь по объявлениям или через посредника, можно купить щенка немецкой овчарки по договорной цене. Прежде чем приобрести щенка немецкой овчарки, необходимо задать себе вопрос, смогу ли я уделять ей достаточно внимания. Многие считают, что собаки умные и без дрессировки, поэтому все можно пустить на самотек. Однако немецкая овчарка нуждается в воспитании. Ее необходимо приучить к личной гигиене, а также кормлению в определенное время и специальном выделенном месте. Баловать собаку даже щенком ни в коем случае не стоит. Если собака не поймет, кто в доме хозяин и вожак стаи, то может обозначить себя главной. Это ведет к риску сделать собаку неуправляемой. Немецкие овчарки очень сильные и, соответственно, активные. Если собаку завели в квартире, то нужно ее выгуливать 2-3 раза в день. И прогулки должны длиться не менее часа. Как вариант, собака в частном доме, где есть сад. Немецкая овчарка легко приспосабливается к погодным условиям, поэтому ей можно оборудовать будку. Не стоит забывать, что немецкая овчарка – это прежде всего сторожевой пес. Чтобы собака начинала понимать свои обязанности перед домом, в котором она живет, необходимо избавить ее от ласк и баловства. Щенячьего возраста не стоит позволять собаке много лакомств
и общения с посторонними людьми. Все это лишь азы дрессировки немецкой овчарки. Как только щенку исполнится 4 месяца, его нужно воспитывать более глубинно. Если хозяева будут читать специальную литературу или посещать курсы, то проблем не возникнет. Щенок немецкой овчарки нуждается в заботе и постоянной опеке. Стоит научиться правильно держать щенка и ставить его на пол. Они не любят одиночество, поэтому если у вас нет времени поиграть с ним, просто посадите рядом. Но ни в коем случае его нельзя запирать в отдельной комнате. Кроме того, любопытный нос щенка и небольшие, но уже крепкие зубки способны без присмотра натворить неприятностей. Важно помнить, что щенок немецкой овчарки – это служебная собака, поэтому не стоит брать его спать к себе в кровать. Таким собакам нужен небольшой коврик, это и станет личной территорией животного. И щенки, и взрослые животные нуждаются в витаминах, особенно в осенне-весеннее время. Они могут подаваться как в виде зелени, так и в виде препаратов и добавок. Важно не баловать животных обработанным мясом, колбасой и сосисками. В такой пище содержится немного витаминов. Кроме того, это делает нежным желудок животного. Немецкую овчарку лучше кормить говяжьим и свиным мясом в свежем виде. Этих правил недостаточно, чтобы писать весь курс ухода за немецкой овчаркой и ее содержанием в домашних условиях. Воспитание животного – это непрерывный, трудоемкий процесс. Но если вы справитесь со всеми трудностями, то приобретете преданного и доброго друга. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.